30 работников Айхальского ГОК привились от COVID-19. В местном отделении медицинского центра «Алроса» стартовала бесплатная вакцинация. Добровольную прививку получили работники управления комбината, 14-й фабрики, центра комплексного сервиса и другие. Привились также 10 работников медицинского центра. Препарат «Спутник ВИ» состоит из двух компонентов. Поэтому второй этап вакцинации для этих работников пройдет через 21 день. В феврале они получат вторую дозу вакцины. Я просто сравнил риски, которые были бы, если бы я не привился, и риски, которые могли бы быть вызваны вакциной, поэтому решил вакцинироваться. Ну и еще я доверяю нашим врачам,